И всем привет! Вы на канале Play Sport. Сегодня у меня для вас интересная подборка прыжков с трехметровой платформы с Кубка России 23 года. Прыжки будут выполнять такие прыгуни, как Кристина Ильиных, Елизавета Кузина, Александра Бибикина. Ну что, поехали! Явный успех пензенской спортсменки Александры Бибикиной, что она в квалификации попала в тройку. Получается, что Ильиных победила, Елизавета Кузина была на втором месте и Бибикина заняла третье место. Да, это прыжок четвертого класса, 2,5 оборота вперед из положения задней стойки. Для Александры, попавшей в финальную часть с третьего места, это уже достаточно большой успех. Елизавета Кузина. Прыжок тоже четвертого класса, только в положении согнувшись, и коэффициент уже выше. Коэффициент сложности 3,0. Исполняет на высоком, хорошем уровне она. Был, конечно, небольшой недоход при входе в воду, но судьи, как правило, не столь щедры в первом раунде на оценке, поэтому получают всего на 61,50 балла. Ну и лидер по итогам квалификации Кристина Ильины. Но у нас, как всегда, с чистого все листа, все с нуля. Так, хорошая, неплохая попытка у Кристины Ильины. Опять же, хочу заметить прыжок в положении группировка. Коэффициент сложности 2,7. Конечно, для девушек на мировом уровне с трехметрового трамплина уже давным-давно прыгают, лето как 20-30, исполняет положение согнувшись. Ну что, у Кристины не ладится с четвертым классом что-то, поэтому получает по оценкам за этот прыжок пока 60,75 балла. Но если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите, чей прыжок вам больше всего понравился. Всем пока!